Таких врачей пациенты еще не видели. Бегают, прыгают, танцуют. А главное, пришли не укол сделать, а клоунскую моду показать. Халаты в цветочек, яркие шляпы и разноцветные бантики. Основные тренды больничной моды в этом сезоне. Я вообще очень удивился, если честно, что мы сказали нам все, что мы пойдем на клоунов. Вот, клоун. Клоун хочет. Доктора-клоуны выписывают маленьким пациентам только самые надежные и ни капельки не горькие лекарства. Килограмм смеха и ведро радости. Педиатры подтверждают, дети в больнице в них нуждаются, как никто другой. Они же находятся в больнице, из привычной среды вырваны и стрессовой практически ситуации. Поэтому им любая положительная эмоция дает заряд какой-то бодрости. Ну и, конечно, родителям тоже приятно. Это, безусловно, наша задача не только ребенка лечить, но еще и маму успокаивать. С 1 декабря клоуны будут посещать маленьких пациентов в больнице Середавина каждую неделю. В их планах навестить малышей и в других клиниках, где есть детские стационары. Марина Матвеевна, Григорий Плешаков. События.